Дизайн очень такой дружелюбный, скандинавский, классный. Мне вообще кажется, что клиника современная должна быть каким-то вот таким open space пространством, как классное кафе. Вот ты приходишь туда, там дружелюбное, клевое пространство. Кабинеты, понятно, это техническая зона, где все оборудовано, где должна быть плиточка, я так понимаю, там по стандартам. Но вот эта зона встречи гостей, зона взаимодействия, какого-то вот преодоления стресса первого и так далее, она прям идеальная. Я приехал сделать комплексный чекап, мне 36, и я понимаю, что пора. То есть ряд исследований, которые нужно мужчине, не только мужчине, проводить после определенного возраста, с определенной частотой. Вот я за этим приехал сюда. Кроме УЗИ, каких-то локальных МРТ и анализов крови, наверное, нет. То есть кровь я чекаю постоянно, раз в полгода, смотрю. Просто есть вещи, которые нужно дополнительно к этому еще делать, связанные с возрастом. Каждый человек, как мне кажется, идет на комплексное обследование, когда возникают какие-то звоночки. Либо есть какое-то убеждение, сложившееся такое убеждение, что вот надо с такого-то возраста начинать. У меня это совместилось. И звоночки, и ощущение того, что вот пора, потому что все уже это делают. Да? 36 мне 36, впереди все впереди. Удивительное сегодня было и приятное ощущение. Я вспомнил, как в детстве, когда мы проходили медосмотры, когда ты заходишь к врачу, и он начинает тебя хвалить. И вот эти вот звоночки, с которыми я приехал, они не оправдались. И это так клево. Там печень в порядке, поджелудочная в порядке, желчный в порядке, сердце в порядке, кислород выше нормы. Там есть вопросы к давлению, но это как бы такая прогнозируемая история. То, что спорт и прочее. А вот больше всего понравилось пока что вот это ощущение, что все окей. То есть вот эти вот мои точки рассеиваются над головой серые, и все эти страхи расходятся. Это прям очень классно. Гастроэндоскопию я уже делал, я понимаю, что это такое. Но я так понимаю, тоже будет под седацией. То есть я ничего не почувствую, не испытаю. Вопрос в том, что есть внутри. То есть всегда же хочется, чтобы ничего не нашли. Но лучше провериться. Испытываю некие странные ощущения легкости от того, что вот я не ел. Так как я занимаюсь спортом, я ем много, постоянно, стабильно, то есть у меня режим питания. А не бухать, заниматься спортом, залывался. Тело у мужчины должно быть сильным и здоровым. Но смысл в том, что если следить за здоровьем, то можно предупредить какие-то важные вехи и избавиться от этого. Мы боимся, на самом деле, врачей. Мы не ходим не потому, что мы брутальные мужики, нам это не надо. Мы боимся, правда, это правда, это факт. Нужно это признать и пойти к врачу на обследование.